У нас, поскольку сегодня день рождения, то сам статус этого события, он как бы определяет ход течения, так сказать, наших речей, по крайней мере, в начале. Вот. Многие из нас знают Валентину Ивановну, а кто не знает, тот много потерял. Потому что Валентина Ивановна человек высокого полета. Об этом и Федоров написал в своем стихотворении. Я проснулся поздно, как всегда. Тащиться никуда нет смысла. Ничего, простят. Мама на работе. Мама крановщица. Строит все и строит. Ей за 60. Ну и так далее. День не буду... на новостройке наступает рано. А можно целиком жизнь прочесть? На жизнь на новостройке. Ой, как нелегка. Из своей кабинки башенного крана мама все на свете видит свысока. Там кричат ей Вира, там кричат ей Майна. Что-то там грохочет, бухает, ревет. Там под самым небом маленькая мама вместе с облаками над землей плывет. Ну, за Валентину Ивановну, за ее здоровье. Она родила такого богатыря. Вот. За здоровье матушки твоей. Спасибо. Не расстраивай ее. Вот через ее призму за наших родителей. Остался. Мама.